Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про модель Zaur S202 гибрид. Что такое Zaur 202 и что он нам дает? Ну, мы с вами знаем, что Zaur — это очень-очень старая, очень-очень уважаемая династия оружейников из Германии. Завод несколько раз поменял свой адрес, но в связи со всякими историческими перипетиями. В последнее время и владельцы у него тоже менялись. Но на сегодня мы остановимся на том, что охотничье подразделение Zaur входит в большую триаду. Blaser, Zaur, Mauser — это три самых мощных, самых крутых производителя оружия в Германии. Да, наверное, я думаю, по всему миру, потому что Германия — это, безусловно, лидер в производстве нарезного оружия топ-класса по высоким ценам. Zaur S202 — это вот один как раз из этой тройки. И, значит, он в себе совмещает современные предпочтения охотников с той самой старинной классикой. Современные предпочтения охотников в первую очередь состоят в том, что современный охотник хочет иметь модульную систему. То есть иметь возможность поменять у себя на карабине ложу, поставить ту деревянную, ту пластиковую, и ставить разные калибры на свой карабин. Zaur 202 все это умеет. Пункт второй. У Zaur'а поворотный затвор, он не прямой ход, но при этом угол поворота затвора минимально возможный, в таком случае 60 градусов. Это вам дает возможность стрелять так быстро, как вы хотите и как это возможно при непрямом ходе затвора. Пункт третий – это надежная защита всех металлических частей. Нареканий на какую-то коррозию в Zaur'е, ну, лично я не слышала никогда, мне не попадались. Следующий пункт – это то, что у Zaur'а разнесена функция постановки на предохранитель и снятия предохранителя на две разные кнопки. Производитель считает, что для охотника это удобнее, потому что ты кинул быстренько взгляд на кнопку и сразу по этой кнопке видишь, она у тебя нажата или нет. Очень удобно. Значит, и, наверное, одна из важнейших опций — это то, что здесь у нас ствол никоим образом не соприкасается с цевьем, то есть он абсолютно свободно вывешен. Цевье нужно только для удобства удержания и больше ни для чего другого. И поэтому у вас никогда в жизни не появится потеря кучности или точности, которая порой случается с карабинами, у которых ствол уложен в цевье. Zaur решил не связываться ни с какими бэддингами, а просто устранил вообще все возможные влияния дерева на наш ствол. По-моему, очень грамотное, хорошее, хотя и недешевое решение. Ну а сегодня мы говорим про Zaur гибрид. Это немножко нетрадиционная такая, скажем, форма для Zaur, который проповедует совершенно классические формы. Вы видите, что здесь на этот бесподобный карабин, между прочим, это шестой класс дерева. Шестой класс дерева для Zaur — это очень круто, потому что у Zaur своя система оценки древесины. У них даже на самых базовых, самых недорогих версиях Zaur S202 Classic все равно всегда стоит дерево с красивым рисунком и, как правило, темное, потому что у Zaur фишка, они любят карабины с ложами из темного дерева. Чем темнее, тем лучше. Значит, и вот, значит, у Zaur здесь у нас сделаны, как вы видите, полимерные вставки. Это дань моде современной, потому что сейчас модны две тенденции. Во-первых, полимерные ложи, а во-вторых, очень модно комбинировать между собой разные текстуры. Это касается всех охотничьих абсолютно продуктов, начиная от одежды, биноклей там и заканчивая карабинами. Здесь мы видим, что Zaur эту моду реализовал, называется гибрид, то есть смесь дерева и пластика, дерева и полимера. Что особенно приятно, этот карабин у нас сохранился в калибре 30.06, это самый популярный калибр на сегодня в России. Вес этого карабина 3,4 килограмма, ствол здесь стандартный, никакого нет необычных профилей, стандартный, то есть который можно будет поменять потом на абсолютно любой ствол, какой захотите, когда эти стволы станут нам доступны. И цена 655 тысяч рублей. Повторюсь, это не базовое исполнение, это дорогое исполнение в классном, даже по меркам Zaur, дереве. Заказывать карабин можно на сайте, ссылка в описании. Действует доставка по РФ. Всем спасибо, всем пока!